эксцентриссимо. Заиметь дом звезды Голливуда или поп-принцессы даже при солидном состоянии непросто. Селебрити свои квадраты продают только друг другу. И малоизвестному миллионеру из не первой сотни списка Forbes в эту касту не внедриться. Один тут попробовал. Купил дом у подражательницы Бритни Спирс певицы Джессики Симпсон. Особняк в Беверли-Хиллз. 6,5 миллионов долларов. Недорого за 7 ванных комнат, где звучит еще эхо хитов. За 5 спален, где по ночам рождались бессмертные. Смертные тексты. За тренажерный зал, изваявший мечту юношей. Но не сложилось у нового хозяина с вип-домиком. Пришлось продать через год. Другой красотке, актрисе Дженнифер Лоуренс, новые декорации для интимных фото, которые хакеры потом всему миру покажут. Плакать хозяин не будет. 1,5 миллиона заработал на сделке. Ну а что предыдущая владелица? У Джессики Симпсон очередное новоселье. В стенах покинутых Оззи Осборном. Эксцентриссимо.